Сегодня украинские СМИ понесли удивительную новость. И я сначала даже подумал, что возможно это какой-то фейк, что возможно какой-то развод или кто-то пошутил просто. Но потом я нашел прямую речь прес-секретаря антитеррористической операции. Сьогодні вранці надійшла інформація від наших розвідників. Під час виконання завдання наші розвідники вийшли на блокпост, який охоронявся п'яними козачками. Командир загону відволік увагу керівника блокпосту. В цей час наші вояки перегрузили з блокпосту боєприпаси та озброєння. Прощаючись з козачками, на прощання їм була дана черга з кулемета. На все добре, козачки. Вы не ослышались, а для москалів объясню, что он рассказывает. Он рассказывает, что украинские разведчики вышли на блокпост, и там были казаки, а казаки были, как всегда, пьяные, накуренные. И тогда командир украинских разведчиков отвлек командира блокпоста. А пока командир блокпоста был отвлечен, украинские разведчики вынесли все вооружение, а потом напоследок еще и стрельнули в этих уже обезоруженных, обкуренных и пьяных казачков. Эту новость активно понесли украинские СМИ. Но я себе задумался, ну хорошо, допустим, я представлю. Может быть, такое на самом деле может быть. Давайте, есть три варианта. Первый вариант. Каким образом командир разведчиков мог отвлечь командира этого блокпоста? Во многих украинских СМИ выдвинута именно эта версия, что командир разведчиков начал говорить с командиром блокпоста. Ну вот просто подходит он и говорит: «Привет, воюешь? Я воюю. Вообще-то мы с тобой похожи» и ла-ла-ла-ла-ла. Второй вариант, он мог просто взять неожиданностью, станцевать, к примеру. У вас есть какой-то третий вариант? Это все из разряда неопровергаемых фейков, просто вброс. То есть вброс, натуральный вброс, сказки бабушки Арины, сказки дедушки Панаса. Это опровергнуть невозможно. Но вы знаете, почему в этом видео так много обрезок? Это потому, что я ржу постоянно. Потому что меня постоянно рубит поржать. Я не могу об этом всерьез говорить. Они об этом говорят всерьез. Продолжайте в том же духе. Завтра одной кастрюлей, запущенной на блокпост, будет он уничтожен. Я не знаю, послезавтра выстрелом из рогатки подобьют российский танк. Давайте, давайте, больше ада.